Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, ну и, конечно же, гости моего канала. И чтобы не быть гостем, подпишись обязательно. А также не забывай ставить авансом лайкосик, ведь видос обещает быть крутым. И сегодня у нас на обзоре продолжение IP-серии от Интерскола. Это у нас перфоратор. 18-вольтовый перфик. Сейчас я вам его покажу поближе и расскажу о его характеристиках. Сам перфоратор у нас поступает вот в таком вот кейсе. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что же в нем внутри. Вот сколько снимал обзоров про МШУ, про УПМ, про шуруповерт интерсколовский. Никогда не говорил, что какого качества чемоданчик идет. Чемоданчики вообще, если честно, офигенного качества. Пластик прямо добротный, хороший, плотный, не такой хлипкий, знаете, как у некоторых инструментов бывает. Кстати, если ты не смотрел эти обзорчики, ссылочки я все оставлю внизу в описании на эти видосики. То есть один аккумулятор, опять же повторюсь, если ты не смотрел, один аккумулятор подходит к серии инструмента, тех, которых я перечислил, и данного, и еще много какого. Они тоже будут в обзоре. Данные, получается, аккумуляторы подходят ко всему этому делу. Ну все, перейдем дальше к нашему перфоратору. Что у нас с ним идет? Ну, естественно, сам перфоратор. О нем мы чуть попозже поговорим. Гарантийный талон. Вспомогательная вторая рукоятка идет. Простая пластиковая, без всяких, не обрезиненная тоже. Печалька, печалька. Зарядное устройство. Бестрансформаторное получается оно. То есть не вредит аккумулятору. Продлевает его срок службы на 4000 ампер-часа. То есть данные аккумуляторы заряжает в течение часа. Ну, естественно, оснастки никакой нету. Также у них комплекты идут. Есть просто перфоратор. Есть с двумя аккумуляторами. Ну и вот как в нашем случае, это с одним аккумулятором. По оснастке ничего нету расходников. То есть пустой. Возможно, есть с оснасткой. Здесь вопрос я не уточнял. Ну и что? Перейдем к самому перфоратору. Развесовочка у него офигенная. Вот чуть-чуть мне прям нравится это дело. Моделька называется PA24/18V. Сейчас я вам его покажу поближе. В общем, что мы имеем у перфоратора? Это самая важная основа. Производительный компрессионно-вакуумный ударный механизм обеспечивает отличные энергетические характеристики самого перфа. Букса у нас идет SDS+, обычная, стандартная. Управление скоростью вращения и частотой ударов нажатия на курок. Сейчас я вам это... То есть, подписываем. То есть курком мы регулируем обороты. Сам перфоратор, в общем, выполнен из классного пластика. Это тоже я могу отметить, прямо вообще офигенная штука. Не, вот тут нет таких глубоких зазубрин. Прямо, ну, достойно, достойно. Обрезиненная рукоятка. Место крепления, получается, это у нас под второй. Под вторую рукоятку идет. Можно ее установить, естественно, под любым углом. Подсветочка. Смотрите, какая. Оп. Подсветка выполнена снизу. Чем самым мы в любом случае видим рабочую область, куда мы буримся, долбимся и так далее. Дальше что у нас есть? Есть индикация аккумулятора. Вот сейчас погас. Видите, индикация робит. Можно также данный перфоратор использовать как и дрель, и как шуруповерт. То есть, имея дополнительную оснастку, ну, это что может быть? Или переходник под биту сюда в перфоратор,
Или, опять же, адаптер с обычным патроном. Ну, тогда уже развесовка у перфа уйдет вниз. Так у него развесовка вообще грамотно сделана. В руке мне вообще, говорю, он нравится, как сидит. Что мы еще можем тут увидеть? Это мощная проушина для закрепления страховки. Сам перфоратор у нас оснащен литионным аккумулятором слайдерного типа, то есть вытаскивается таким вот образом. Нажимаем, жми, вот так вот. Аккумулятор 18-вольтовый, 4000. Вот сейчас видно. Аккумулятор 18-вольтовый, 4000. Также в наличии имеются и 2000 аккумуляторы. Частота вращения составляет от 0 до 1400 оборотов. А вот частота ударов — это от 0 до 5300 ударов в минуту идет. Номинальная мощность данного перфа — это 2,2 джоуля. Наибольший диаметр бурения в бетоне составляет 24 миллиметра. Если там в стали сверлим, то 13-е сверлышко, максималочку можно использовать, а в древесине 28-е. Масса данного перфоратора составляет 2,6 килограмма. Изменения вращения инструмента, то есть реверс по-простому, имеем вправо-влево долбит. Также он имеет у нас три режима с долбления. Долбление с бурением, сверлением и просто сверлением. Ну и многие, я думаю, задаются вопросом, зачем нужен ударный инструмент, когда это ты в помещении в любом случае. Но не во всех помещениях всегда есть свет. То есть подготовка строительства идет, и ну, нет возможности еще подцепиться к сети. Пожалуйста, выручит данная модель перфоратора. Даже там, например, альпинистам, промо-альпинисты, которые есть, на высоте что-то делают, ну, незаменимая штука, чем с проводом еще тебе тащиться, туда лезть. Высокие потолки. Опять же, нет привязки шнура. Это очень офигенно. Да, не буду спорить, что данный перфоратор не сможет заменить какой-то перфоратор, например, из сетевых, у которых там по 3, по 5, по 4, по 6 джоулей. Это нет, конечно, у которых удар. Но, тем не менее, если вам надо там гардину повесить, или вы прямо вот конкретный профессионал в своем деле, и, ну, занимаетесь этим, вам этот инструмент будет вообще на выручку. Также у этого перфоратора встроена система того, что при усилии у него не снизится оборот. То есть, если он на максималке выдает у вас 1400 оборотов, и вы начинаете им бурить, он не снизит обороты. То есть, движок будет вращаться с такой же мощностью, с такими же количеством оборотов, и продолжит свою работу. То есть КПД от этого возрастает. Есть такие вот аналоги, китайские рассматривали, что его только в бетон, а он обороты начинает снижать. Сразу эффективность у такого инструмента пропадает. А данный справляется. По цене врать не буду. Ты можешь спросить меня в ВК, ссылки также будут в описании на мою страничку. По цене, то есть комплектность может быть разная, как вам удобно. С четверкой он тяжелее, то есть с двушкой, естественно, с 2-амперным аккумулятором он будет полегче. То есть комплектацию можем собрать вообще любую, какую пожелаете. Да и отправить мы можем в любой город России. Ну, это, конечно, вы сами уже оплачиваете дорогу. А так инструмент интересный. Как я уже много раз и говорил в предыдущих видосах, что купили 2 аккумулятора зарядные, накупили линеечку себе, какая вам нужна инструмента, и у вас полные комплекты всего. То есть не нужно каждому инструменту покупать аккумуляторы. А здесь все на гарантии, все хорошо. Сервисы у Интерскола есть везде, что вопросов в дальнейшем не возникнет. Тем более сейчас специалистов все больше и больше становятся, которые переделывают аккумуляторы никелево-налитиевые, ну и литиевые, соответственно. Банка умерла, то есть зачем выкидывать аккумулятор или покупать новый, когда можно купить эти емкости, перепаяли, и все, и дальше робим.
И если ты еще не поставил лайкос данному видео, обязательно шлепни палец вверх. Конечно, если не понравился, спорить не буду, шлепни палец вниз. Напиши в комментариях свое мнение о данном инструменте. Если не подписан, обязательно подпишись. С вами был Виталя. Пока!